Привет, друзья! С вами канал «Очень вкусная еда». И сегодня мы готовим рульку. Вот. Я по случаю тут взял пол свиньи, купил. И осталась вот при разделке вот такая шикарная рулька. Сегодня мы ее приготовим в духовке. Потому что погода как бы не очень. Мы будем использовать мой любимый набор специй. Я опишу, какие ингредиенты есть. Немножко чесночка мы ее зашпигуем, а потом, когда она пару часов протомится в духовке, мы обмажем ее соусом, соевым соусом, смешанным с горчицей. Рецепт самый простой, но тем не менее, чем он проще, тем мясо получается намного вкуснее, чем с кучей всяких ингредиентов. Итак, поехали! Итак, друзья мои, я шкуру на ней понадрезал чуть-чуть, видите как, чтобы специи, которые мы будем обмазывать, проходили, а заодно можно было чуть-чуть чесночка туда вот запихать. Рулька получается обалденно вкусно. Самый простой рецепт и самый вкусный. Так, теперь мы берем специи, здесь набор около 7 специй, и начинаем посыпать нашу рулечку. У меня есть видео, где я использую эти травы, рецепт проверенный, я напишу в описании. Пахнут, как эти все травки. Они пропитают мясо своим великолепием. Ну а теперь мы берем фольгу, заворачиваем ее в несколько слоев и ставим на 2 часа в духовку при температуре 200 градусов, чтобы она прожарилась и получила, пропиталась соками и ароматами всех этих трав. Все, теперь мы ее ложим в духовку и 2 часа забываем. Итак, друзья, наше мясо практически готово, а вернее оно готово 2 часа. В духовке сейчас мы добавим в горчичку немножко соевого соуса. Помешаем. Соевый соус дает горчице очень такой приятный аромат. Еще чуть-чуть. Маловато будет. Так, теперь мы
наша выпрева колена. Вот так вот потихоньку обмажем этим соусом. Соусов для этих дел существует различное множество. Но мы идем от простого. Горчица сама по себе прекрасная закуска. А соевый соус ей придает обалденно вкусное сочетание. Теперь делаем с этой стороны, покрываем шкурку, ложим еще где-то на 40-50 минут, будем смотреть, может, час, до готовности, чтобы наш кусочек покрылся такой вот хрустящей корочкой. Все, теперь в духовку на те же 200 градусов. Сначала ставим на 45 минут, там посмотрим. Друзья, ну что, попробуем. Смотрите, что у нас получилось. Если так приглядеться, то мы увидим с вами ногу Йети. Или как их там еще называют. Смотрите, 5 пальчиков таких вот, такая ступня. Вот. Наша печка создала вот такой узорчик. Сейчас мы попробуем. А, дымок какой. Вот какое мяско у нас обалденное получилось. Оно прям отходит друг от друга. Такой запах идет. Мясо обалденно. Выпрева колена или нога Йети. Кому как нравится. Давно не ел такого вкусного мяса. Очень вкусно. Истинное удовольствие. Друзья, если вам понравился рецепт, самый простой. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал «Очень вкусная еда». Я желаю вам быть здоровыми, счастливыми. До новых встреч. Пока.